А на канале? Да. А на канале Саша ТВ. На канале Саша ТВ. Сегодня мы опять готовим. Что мы готовим, Саша? Что это? Хлеб и масло. Помидоры. Это у нас ингредиент. А что у нас основное? Самое главное, что у нас? Помидор. Что это такое? Как рыбка. Рыбка у нас самое главное. Мы сегодня сделаем рыбку, не просто рыбку. Мы ее запечем в лаваше и в фольге. Для этого нам понадобится один помидор, две тушки рыбки, очищенные уже, без головы, без хвостиков, помытые, очищенные две тушки, сливочное масло, лаваш, да, немножко майонезика. Соль, перец. Мам, ну что? И хлеб. Да. Приступим? Да. Для начала мы натрем нашу рыбку солью и перчиком. Вкусно. Да, рыбка, она очень полезная. Рыбку надо кушать хотя бы один раз в недельку. Немного витаминов, особенно морской. Вторую мы солим. Попробуешь? Ну-ка попробуй посоли. А зачем же ты рыбку соли? Вот, давай, 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 давай. Сип, 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 сип. Теперь внутри. Внутри. Хорошо, хорошо, я посоли. Не сыпется? Нет. Да посильней. Хочу сама. Перчик? Перчик, да. Перчик. Перчик? Да. Для запаха. И внутри. Немножко. Вторую. Теперь мы внутрь рыбки положим несколько кусочков масла, чтобы наша рыбка была сочная. Вкусная. Да, вкусная. Держи. Можешь попробовать, положи масло. Где подмигнуть? Держи. И последний кусочек. Вот посерединке клади. И во вторую рыбку. А мы сейчас помоем. Давай во вторую рыбку. Подожди, положим во вторую рыбку еще масло. И помоем ручки. Ну давай я тут сама положу. Чтобы больше не жать помидорки. Чтобы положить в нашу рыбку. Кости. А мы сейчас вот такими ломтиками порежем. И положим. Ну попробуем. Рыбка будет еще вкуснее. Я думаю, пол помидорчика нам вполне хватит. Вкусно. Внизу хочу. Так. Теперь берем теперь лаваш. Здесь у нас три листа. Я думаю, хватит. Листы лаваша нужно тоже смазать маслом. Первый лист смазать нужно маслом. Ложим нашу рыбку
так, чтобы ее было удобно завернуть. Смотри, видишь, что мы делаем? Заворачиваем нашу рыбку. Если он прорывается, ничего страшного, потому что там можно еще в один лист его завернуть. Заворачиваем, чтобы рыбка вся была закрыта. Я думаю, даже одного листа будет вполне достаточно плотный лаваш. Теперь мы вторую рыбку будем упаковывать. Все-таки нам понадобится полтора листа, чтобы уж наверняка наша рыбка сохранила весь сок. Да. Эту рыбку мы попробуем намазать немножко майонезом. Мама, совсем чуть-чуть. Полный сок. Он придаст ей сочность и мягкость. Мама, будет полный сок. Угу. И смотри, что получается. Сок. Мы сейчас рыбку нашу положим в духовочку. И будем сок пить. Подождем, когда она изготовится. Вот. Нет, этот листочек попозже. Вот этот помогает. Заворачиваем. Укрываем нашу рыбку. Как в одеялку укрываем. Так, и во второй листочек. Вот так вот мы ее. Так. Так вот еще хорошо. Чтобы наша рыбка сок весь сохранила. Мам, я хочу сок. Сейчас мы поставим нашу рыбку. Сок. И пока будем ждать, мама будет сок. И попьет сок. Так, теперь фольга. Фольга. Это фольга. Это мы оставим на нашу вторую рыбку. И упаковываем нашу рыбку. Наверное, вот так вот. Подожди. Вот наша рыбка. Духовка у нас разогрета. Поставили нашу рыбку в духовочку. Так, что тут у нас? Папа, ты дашь сок? И засекаем 60 минут. И ждем. Вынимать нашу рыбку. Она горячая. Доходи, Сашенька. Мы выключаем нашу духовочку. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Осторожно. Кто и нажимала? Какая красота, да? Ну что? Разрежем, посмотрим, что у нас получилось. Осталось. Ой, сейчас красота какая. Только осталось. Тебе пальцы не разболелся. Угу. Только аккуратно, мама. Колосо, мама. Мама, хочу попробовать. Сейчас. Самый красивый, Саша, кусочек. Вкусно пахнет? Вкусно пахнет. Можно подавать даже без гарнира. Да, мне что-то было. Кусточки поубираю. Ну-ка. Саша, вкусно, да? Класс? Класс. Приятного аппетита всем. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. Да. Новости.